Чайка сидит впереди. Ага. Чуть левее. Выехали мы на утреннюю рыбалку, нифига не клюет. Просидели час, не клюет. Сейчас, наверное, уже будем собираться и, может быть, на вечернюю пойдем. Вот такой обзорчик. Что, у тебя клюет? Наш всегда клюет. Летим как на моторе. Только мотора у нас нет. Полный привод. Можно 3+1, грузоподъемность, максимальная мощность мотора 8 лошадей. В общем, не клюет, решили на вечернюю пойдем. И глубины-то нет, но вода чистая. Погодка прекрасная. Было бы поглубже, наверное, бы карась бы сейчас где-нибудь в камышах стоял. Может, и сейчас стоит, конечно. А сейчас солнце вот все видит, не выходит. Что-то мы не туда плывем. Нет, нажимаем. Вон чайка. Сейчас по-любому рыбу схватит. Серый куда-то не туда. Не даешь мне все. Но. О, значит, рыба есть. Ну, чайки хуярю. Конечно, рыба есть. Вот так мы готовим мясо. Оно в морозилке пролежало, а есть хочется. Ну и все, сейчас маринуем кролика. Сейчас покажу, оператор, да? Кролик у нас небольшой, 2 килограмма. Я его сейчас нарежу кусочками. Субтитры сделал DimaTorzok.
У нас там угли-то все прогорели, блядь. Нарезал такими кусочками, посолил. Приправы насыпал и думаю залить пивом. Торжественный момент. Давай заливаю. Гёща. Это не реклама, да? Это не реклама. И все, и сейчас так мариноваться у нас будет где-то с часа 2-3. И пожарим, потом покажу, как получилось. Вот, значит, вагончик, да, где мы живем. А я иду за водой, отправились за водой. И идти тут вот 100 метров. Корова гуляет. Ну, а пока ждем вечернего клёва. Готовим еду всякую, шашлычок, вот кролика замариновали. И такая тишина, красота, никого нету. Все на самоизоляции, чайки летают. Или кто это, ласточки. Вот так оставили мы лодку. Удобрение какое хорошее. Навоз. Вот в лодке у нас что? Груза. Под рыбу, удочки. Ладно, набираю воду. И остатки кролика вот так вот вороне схватит, она не куда-то туда она улетела. А вот вон она. И вот так вот душевненько, ребята, на природе посидеть. Саня, ну что ты хочешь сказать моим подписчикам? Как рыбалка? Огонь. Бомба? Рыбалка, огонь. Ты вёз, ты мне только гребёшь.
Это все, что вот можешь сказать, да? Природа это хорошо. Природа это хорошо. Перестань-то посмотри вокруг. Вокруг вообще офигенно. Ветер холодный. Это хорошо. Вот так коротаем время ветер до вечерней холодный. Рыбалки. Будет, ветер холодный. Нужен просто ветер. Вот такой вот в поле покосившийся туалет. И вот где наш стан. Ребята загорают, лежат. Еще рыбаки приехали. Все, выдвигаемся на вечернюю рыбалку. Ну вот, друзья, выплыли на вечернюю рыбалку. Такая чайка тут сидит. Летим на фрегате. Серый за рулем. И такой штиль. Красота какая. Где она улетела? Что это такое? Ну вот, друзья, притащили лодку, ничего не поймали, и на вечернюю. У рыбаков, у других спрашивали, они чуть-чуть поймали. Тут такие лошадки гуляют. А чтобы нам пожарить кролика, нам понадобятся дрова. Ну так, Серега сходил с дровами. Шагает. Вот так вот рядом с нами коровы ходят. А что, я бегала, блядь? Там по полю, блядь. И вот так вот у нас получается кролик. Вот гусь к нам пришел, он кидается. А мы уже собираемся домой. Вот почти все погрузили. Но я не буду, я же добрый человек. Добрый человек. Да. Он все атакует уже. Это, Миха. А. Чехол где у меня? Я не знаю. В смысле? Кар-кар-кар. Да. Вот, я тебе говорю. А гуся попробуй так же. Потрогать.
Он только что бежал на тебя. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.